Класс, блин. Ось с вами Киев. Да. Військовий час зараз. Ми з Нікою проїхали, рискнули. Небагато хто їде до Києва, але це дуже круто зараз. Да. Спокійно. Це не Київ, це тільки стає, так? Так. Кстати, да, не дуже багато вообще людей було. Да-да. Ні пробок, нічого. А ми зараз, бачиш. Хорошо, без кнопок не тиснути. Да. Да? А все там от красиво. Да? Да. А сейчас мы будем через Мандрагома. А ты не там, где Киев днем и ночью снималась? Нет. Дом не очень там. Ты хочешь для Киев днем и ночью? Я хочу просто посмотреть двор Киев днем и ночью. Друзья, дуже вітер великий, блин, на нас дує, так що я не знаю, чути нас чи ні. Ми пройшли таку дистанцію. Да, ми дуже багато пройшли, ми зараз біля таких ось домів. Ми колись тут зупинялися. Дуже круто. Що це за штучка така? Приймаємо одяг, затягнемо іграшки. Що це таке? Ох, і вітер дує, йо-моє. Ми пройшли скільки вже? Да. Ми пройшли так, що мені вже ноги натирають і живот вже болить. Але ми йдемо. Сколько? 23 этажа? Ну, наверное. 24. 24? Да. Ты же был здесь на одном поварсе. Красиво. Очень красиво. Да. Я всегда любила архитектуру. Большие дома, да? Строения, да. Мне всегда нравится. Так, да, красиво? Вот так дивишься? Да. Когда я была в Москве, там все очень красиво, все очень высоко. Высокие домики. Друзі, саме класне те, що на кожному поверсі, на першому поверсі, біля кожного дому є магазини, кафешки або якісь ще майстерні. В общем, це мені саме більше подобається, так? Да? Да. Круто. Реально, це диви. Весь перший поверх. 24, по-моєму, якщо я не ошибаюсь, ми з Нікою нарахували. Навіть коли піднімаєш голову, в голові починає кружитися. Угу. Друзі, вирішили пересидіть, бо Нікі дуже важко. І ти і так пройшлись таку дистанцію, мама не горюй. Ну от я сіла, і мені вже нормально, бачиш? Да? Тобі трошки треба. Ззаді нас Ашанчик. Ашанчик, Машанчик. І всі красиві, ці дома всі красні. І мій нос. А, і твій самий красивий ніс. Это вопрос, это інстаграмний вопрос года, просто мой нос. Твій самий красивий. Мой нос тепер популярніше, ніж я. Да? Да. Ну все, буде Ніка і Женя нос. Може, ти мені моєму носу треба зробити віддільний інстаграм? Буде у тебе інстаграм, у мене інстаграм, і у нашого... І у нашого носа. І у моєго носа буде віддільний інстаграм. Нормально, це буде теж добре. Зараз посидимо чуть-чуть. Да? Да. Кися. Ти пекися моя. Давай, сейчас пойдем. Ну давай, давай, сидим, посидим. Видишь, уже начинают натирать, вот. Боже мой. И вот. Надо дуже аккуратненько, дуже аккуратно. Да, мне если натрет ноги, это будет очень плохо. Друзья, ворона кура. Дивиться сигарету. Карр. О, карр. 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 Она не отвечает? Да. Карр. Курить давай, хочет? Давай, курить хочет, да. Дивиться, что рука. Табак, есть табак, глянь. Ё-моё, курилка. Это плохая. Курилка. Это ворона? Дивай, какая красивая, ё-моё. Да. Нагло, дивай, лапу поднимает. Да. Голубые глаза такие. Да, голубоглазая ворона. Когось мне она напоминает. Скажи. Приезжай, Машанчик. Иди, только аккуратно. Тримайся. Ой, держи меня, могу упасть, у меня ноги скользят. Держи. Ой, держи меня, Женя. Ноги, да? Отвисаю. Скользят, да? Да. Блин, я сейчас выскользну, но я тебе тут отвечу. Боже, Женя. Ты справа отвечаю. Потому что я уезжаю. У меня ноги мокрые, блин. Боже мой. Я б сама не це, да? Все не дає. У мене просто затидаршиш і мені нормально. Я взяв свою ногу і підперед. У мене скользять просто ноги, я уїжджаю з тапок в дискансері. А, вони то повискакують, так? Да? Давай.
Ужас. Це реально. Боже мой. Це реально смешно, да? Дуже смешно. Назад будеш тоже, наверное, одни лапки останутся, блин. И Ника лежить. Капец. Взяла телегу. Да. Ну что? Я сейчас залезу, ты будешь меня возить. Да ты что, як ты? Прям сюда сядешь? Да. Да? Ну, если бы можно было, я бы села. Так давай, сядай. Но будут кричать, может. Чего? Ты сейчас бы прям залезла эти пары. Блин, хотелось бы. Было бы вообще хорошо, это хочу сказать. Блин, а чемоданы уже нам не надо. Мы уже никуда не поедем, блин. Ты вы який великий. Він тупо здоровенний, блин. Стоє? Да. А да, точно. А этот 379. Оці теж панди класні такі. Сидять три друга обіжених. О, вот детские, мы сейчас сюда зайдем. Поїхали. Ти с тележкой не заедеш? Не знаю. Ми заедем туда. Скорее всего. Нормально так? Решили Ніки взяти кеди, тому що воно натерло дуже ноги цими шльопанцями і не може ходити. Воно і ноги мокрі з гіперегідрозом. І от падають ці всі лікопластири. По-любому щось треба купити. Сороковий нормально? Та вроді, да. Ми купили. Я пішов на касу, розплатився, носочки, кеди, бо вона дуже понатирала собі ножки. Очень. А куди вагітні мамі сюди отак ходити? Якщо б ми ще немножко буквально 5-10 минут походили, все, нога. А все, ти там до крові було? Так. Да. Оце Ніка набрала. А що це таке? Це піпець. Пий воду, утоляй жажду. Це не Ніка набрала. Ні, ну нам на два дні. А пирожки держали? Так, ось мої пирожки. Пирожки є все-таки, поїсти. Він, ви подивіться, які вкусні, шоколадні. Ти не хочеш такий? А? Не хочеш? Я хочу пару. Блін, а я візьму один, я не витримаю. Отакий ось один візьму. Друзі, дивіться, які солодощі. Це що, конфети чи що? Я понять не можу. Я не знаю. Йо-моє, красота. А тут не написано. А, ні. Чи це конфети чи що? Печиво. Печиво? Важкове кохання. Блін, бомба. А, ну, запаковане. Ну, оці ось верхушки. А ну, підніми за верьовку. Вообще кайф. Пасочка. Пасочка? Ну, блин, да. Блин, это родителям твоим, да, провести такое дно? Родителям я просто конфеты не прикрываю. Вообще кайф. Просто дохлядно. Ох и бомба. Это мне эта пасочка нравится, 244. Красивая. А ну только какая она внутри? Ну, солодощи, мама не горюй. Натрапили на ось вечерній Київ, це наші, блін, київські конфети. Подумаю, все-таки родителям Ніки взяти. Та й нам одну, мабуть, візьмемо. Да? Давай візьмемо. Ну, давай. Воно просто йде акція. Тобто було по 136 за коробку, зараз можна взяти за 79. А чому б ні? Ніка, ну реально, чому б ні? Ну, да. По акції. Ну, давай. Да? Візьмемо. І самі попробуємо. І... Поїхали? Ні, я сказав, ні. Або маленькі, або ні. Ну, які ж маленькі, тільки большие. Ну, я не хочу, щоб ти їла чіпси взагалі. Ну, ось лежить якась маленька, так. Да. Ні, там з беконом, я не хочу. Ну, тоді все, ніякі. Все, ми скупилися, друзі, все, аж три пакети. Ніка вже сидить точить мороженое. Так, ти дивись, щоб ти зараз виїсти. А, ти ж вже не в шеті, не в цих. Все, опа. Клас? Да. Тримаєшся? Так, да, так. Ну, умничка. Ну, нормально накупили. Дивись, не падає, воно, ну, тримається. Нормально. Ну, щоб ти біжав. А то як покутиться щось туди. Ми прийшли вже додому, пакети вже стоять, а головний пісюн года там в туалеті. Вона чуть не опісялась, ребята. Чуть не опісялась. Ой, сейчас надо снимать кроссовки. Ну что ты там журчишь? Ну як, с легким тебя освобождением. Спасибо, ты уже все знаешь, да? Уже все знают, что ты там робила. Ой, да, что не ответилось. Холодильник давай ложить. Будем ложиться? Все делаем. Мороженое быстрее. Да, мое мороженое вытягиваем. Ну, я тебе хочу сказать, что нормальное. Морозово? А моё раз
Та потому що ми швидко дуже все зробили з тобою. Вже я взяла круасанчики для крема де Алина. Так, где-то тут ще один. Это что это? Вот эти твои... Это курт. Гомилка. Гомилка. Это печенечка себе взяла шоколадненькая. Угу. Сливочная начинка. Это еще... А, ты равная взяла? Да. Вишневая шоколадная. Это, говорит, супер-пупер вкусная горбуша. Горбуша. Я решил до пива взять и попробовать. Да, очень вкусно. Ты просто рыбу не ешь, а если ты попробуешь... Это я себе взяла гамбургер. Женя не захотел, но зря. Я думаю, он будет вкусный. Это вареники с, с мясом все-таки взял? Ну, взял. Ну, хай будет с мясом. Вареники с мясом. Печенье. Печиво. Печиво Полино. Полина. На калина. Не полено. 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 Давай, хоть я вышу. Это чипсы за 9 гривен. Почти рисует, как мои сережки. Но Женя не разрешил мне. Да. Те, которые я хотела. Ну попробуешь, я делаю ставки на то, что они будут не малосольные. Я их обожаю, это мои улюбленные малосольные. Вареники с картошкой. Так и знала, что это между картошкой и с мясом. Как я хорошо тебя уже знала. И пирожки. Мне, конечно, нельзя, но я давно не ела. Это, как понять? Три пирожка это еще. Всего три? Да. Я же сказал три с цим. Ну ладно. Значит, там еще должно быть. Нема, да? Нет. Ну ладно. Так, это Женя выпьет сейчас Нурофен. Да, Нурофен. Я понял, как это плов. Сама плов купила. О, что-то открылось. Оливье. Ой, как оливье. Ты же любишь оливье. Это же я взял себе. Пивко, оно холодненькое, я выпью. Вкусное, кстати. Да, ты пробовал. Ну, я не пью пиво, взагалі. Квас взял. Белый квас. Угу. Это нам кофеек латте. Это жвачка, я жвачки вот эти беру. Только ради наклейки, что такое любовь. У меня в детстве я постоянно покупала себе вот эти жвачки. У меня была целая коллекция, у меня наклейки 300. Я Лавейс, и тоже любовь. Я собирала, я покупала их. Я знала, что жвачки отвратительные, но покупала только из-за того, из-за наклейки. Так. Что еще? А, овощи гриль. Овощи. О, это должно быть вкусно. Это должно быть. Пакеты забираем до дому, да? Это мама, здравствуйте. От вас теперь сюрпризы, не сюрпризы. Это Женя взял, говорит, не ел 20. Одну мы сегодня съем, одну отвезем родителям. Это мы откроем, когда у меня будет 10 тысяч подписчиков. Да. Возможно, я думаю, и уже, что... уже есть, уже сейчас будет 10. Что это будет очень-очень скоро, потому что там уже с подписчика на подписчика осталось уже. Да. Чуть-чуть. Конфетки. А это же они не так, а коробка голубо-синяя, наверное, да? Поднимемся. А это подарочная. Все, у нас печь ничего не было. А, нет. И водичка. Вот. И водичка. И все. Вот. Ну, небагато мы взяли. И... Делаем ставки. Девочка, яка не розбувається. А, Женя еще мне, да, спасибо большое. Женя мне купил кеды и носочки. Кеды купил, потому что... Ну, она так натерла ноги, что просто страшно дивиться на неї. Потому что мы вышли из дома, где мы сейчас живем, с квартиры, и решили, мы дуже довго йшли. Решили дойти пешком до Ашана. Женя хотел вообще идти в Ромазі, но Ашан это же грандіозний такий. А назад ми приїли, їхали на таксі, бо ми Ніка з пакетами, я там ушов. І у мене дуже постійно мокрі руки і ноги. Я психанула, не взяла кроссовки, була в тапках. И не взяла ничего, только тапки. И я поняла, что мне начинают натирать ноги и на одной, и на второй. Мы пошли с Женей в аптеку, купили лейкопластырь, да? Да, он до задницы. Наклеили, а он до задницы, потому что у меня мокрые ноги, и он наклеился и через минуту отклеился. А долбоебы сейчас будут писать тебе, что это. А она специально не взяла кроссовки, чтобы он ей купил. Понял?
По-любому. Будем ждать долбоеба. Да. И Женя увидел кедики беленькие, все как я люблю. Красивые кеды беленькие. Да. И купил мне кеды. Друзі, ставки, друзі, ще поки не забув, читав коменти, там деякі коменти пишуть Нікі, що там, ну, якось її там оскарбляють, обзивають. Я вам просто одне хочу сказати, ідіть нахер, от і все. Просто ідіть нахер, зомбовані долбойоби. Ті, хто пише на неї гадості, вообще, хто на мене, на неї пише гадості, і вообще, хто дуже подла людина. Ми будемо їсти, веселитися. Що ми ще будемо робити? Празднувати 10 тисяч, так. Да. А просто от долбойобам, реально, які пишуть гадості вагітній людині, ну, просто я почитав, я реально сам бачу своїми глазами. Ну, ви просто нечисть. І слава Богу, що удаляй чи блокируй просто таких людей. Я просто, да, я не скриваю тот факт, що ті, хто пише мені плохі коментарі, пишуть мені плохі сообщення, да, десятилетние дети, 11-летние, 10-летние, девочки пишут, сука ты там, ну такая, боже мой. Я не скрываю, что вы потом мне говорили, что вот я втихаря там ставлю на черный список, я могу сказать откровенно, что да, я удаляю комментарии и ставлю на черный список. Просто так и кажут, чтобы ваша дитина там померла, ну вы что, вы вообще уже кони, блин. Ви долбануті, я не знаю, реально, блін, я в шокі, як почитав, я такий, я був просто в шокі. У мене чорний список там просто, такий, да? Настільки страниць, да, отак, да. Отак. Друзі, отак, так що дякую всім, понятно, що гарних людей більше у Нікі підписників. А чому я ставлю на чорний список не за того, що мені правда було за болі, да, я просто не хочу окружати себе негативом. Ну куди? Вона вагітна, куди і пише всяку херню з дитина, щоб там померла наша дитина, щоб ви такі ублюдки. Ну, ублюдки ті, хто пишуть. Так що я вам всім сказав, дякую за тих, хто підтримує, дякую всім, і ви вообще круті. А що зараз ми будемо праздновати? А котики, які мені пишуть, що я хороша, і щоб я не обращала внимання. І щоб наш ребеночок уже раді. І щоб вони ждуть Юліка, і дуже нас любить і вважають. А на всіх мудаків підписників, коротше, ми ложимо просто болт. Пока. Ну так.